обещал, ребята, вам сказать о том, какие ошибки допустил на прошедшей охоте на медведя. А допустил я их там как минимум 3 штуки. Первую в самом начале, то, что осталось за кадром. Охоту я начал очень рано, на рассвете, еще было совсем сумрачно. И поторопился, отпустил Алтая. Надо было подождать еще хотя бы минут 15-20. Алтай буквально через 5 минут уже отдал голос. Я подошел на 70 метров, увидел медведя, но стрелять было невозможно. Точнее сказать, прицелиться было невозможно. Было еще темно. Медведь то ли услышал, то ли учуял меня. Встал на задние лапы, перебежал метров на 150. Но так как там бор, подходить беззвучно, возможно съесть. Поэтому я быстро сократил это расстояние и опять увидел его уже стоящего на задних лапах. Он опять опустился, пробежал метров 150-200. Зашел в такой кустарник и там уже пошел шагом. И, наверное, километра полтора я шел по кустарникам за ним сзади. Много раз видел его где-то в прогалах. Все время через ветки, еще было сумрачно. В итоге, то, что вы видели, этому предшествовало еще множество подходов. Много раз я его видел, но не удавалось нормально выцелить. И поэтому я поторопился в том эпизоде, который вы видели, и сделал все-таки выстрел, потому что думал, что это уже никогда не закончится. Сделал выстрел через ветки, но попал, правда, по лапе, по задней, скорее всего, первая пуля пришла, возможно, рикошет от ветки, возможно, прицелился не очень хорошо, так как было еще достаточно сумрачно. Целик, мушку-то видно хорошо, но я имею в виду планку, целится хорошо, но сам медведь был как в темноте. Не совсем ясно очертания его видно были, тем более, что через ветки. И нарушил правила двухстволки, о котором сам когда-то говорил в одном из своих видео. Это есть право только сделать один хороший, качественный выстрел, а второй ствол – это ваша безопасность. Стрелять тут же второй раз нельзя. И я нарушил это правило. И сделал второй выстрел. А сделал почему? Потому что была, как я считал на тот момент, очень хорошая возможность положить с одного выстрела зверя. Потому что он встал на задние лапы, и его стало хорошо видно. То есть вот эти ветки, через которые я стрелял, остались внизу, а верхняя часть, грудина как раз, была уже над ними. Я сделал выстрел и попал в переднюю лапу. Ну, медведь же стоит, лапа у него так. И получается, что попал в лапу, возможно, немножко пуля ушла в сторону. А может быть, попала по кости, хотя кость осталась целая, но может по касательной, и пуля срикошетила. В общем, в грудь я ему не попал. После этого медведь кинулся в мою сторону, шел он точно на меня, но хорошо, что Алтай как бы отвернул вправо, если смотреть от меня, и медведь поменял траекторию и побежал уже дальше, оставив собаку сзади. При этом Алтай побежал сзади за ним, и я начал, да, кстати, еще один момент, каждый раз, когда я подходил
до этого к медведю у меня всегда в левой руке были патроны, два запасных пулевых патрона. А в этом эпизоде я уже столько раз подходил, при этом медведь отрывался от меня. На этот момент я убирал в карман патроны. И в этом эпизоде я просто не достал из кармана патроны, и рука у меня оказалась пустая. Поэтому, когда медведь кинулся в мою сторону, я начал в патронтаже, понимал, что в кармане может занять дольше времени, начал из патронтажа доставать пули. Удалось докинуть один патрон в верхний ствол. И опять же, вот эта вот боязнь упустить подранка, когда он находится вот рядом, можно его взять. Я сделал выстрел, и получается, что второй пули для подстраховки у меня опять не оказалось. Я был вновь безоружен. Медведь кинулся в мою сторону, он подбежал в этот раз метров на 10. По той же схеме Алтай отвернул его, получается, вправо. Но он просто от него увернулся. Не то, что там целенаправленно от меня он его отгонял. Нет, он от него увернулся. И медведь, поменяв траекторию, убежал вправо. Получается, что от момента первого выстрела он меня обогнул полукругом. Был еще комментарий по поводу того, что я неправильно подошел к битому зверю с головы. Да, соглашусь, но именно в той ситуации думаю, что поступил правильно, потому что обходить слева, там просто не было возможности. Надо пробираться, продираться было бы. При этом преодолевая вот эти вот наклоненные деревца. И если бы медведь очнулся и кинулся в мою сторону, я мог оказаться в беспомощном состоянии. А обходить слева — это делать полный круг вокруг зверя. Но при этом я понимал, что попал по легким, так как кровь разбрызгана по сторонам, по веткам была. Ну, то есть ранение смертельное. Также реакцию у зрителя вызвал мой совет использовать пятизарядку. Наверное, правильнее было бы сказать не пятизарядку, а многозарядное оружие. К нему относилось бы и различные оружие со сверловкой Ланкастера и нарезное. Но я сказал пятизарядку, в связи с чем закономерно вызвал негативную реакцию у многих зрителей. Дело в том, что мы сегодня привыкли под пятизарядкой рассматривать такие оружия, как МР-155, 153, особенно 153, не очень славились качеством в свое время. Но смотрите, даже МР-153, либо еще какие-то оружия, если система проверена, то использовать такое оружие на охоте на медведя можно, я считаю. Но нельзя его использовать, если вы взяли его прямо с магазина и пошли с ним на охоту. Ни в коем случае нельзя. Надо, чтобы оружие было проверено. Причем проверено именно пулевым боеприпасом, а не так, что вы постреляли с ним уток, либо по банкам дробью и пошли потом на охоту на медведя. Ни в коем случае так делать тоже нельзя. Надо быть уверенным в своем оружии, что оно у вас работает четко, именно автоматика. И поверьте мне, все думают, что автоматика может отказать в ответственный момент, но ваши руки в ответственный момент откажут куда быстрее, чем автоматика. Если механизм налажен, работает четко, он в стрессовой ситуации для вас будет работать хладнокровно. А вы можете допустить ошибку, выронить патроны из руки при перезарядке своей двустволки. Либо, если это помповик, да, я, кстати, в свое время даже рассматривал для охоты помпу, но вот это брякающее, издающее шум цевьё меня сильно отпугнуло. Плюс надо тренироваться, и также в стрессовой ситуации вы можете либо недостаточно резко дернуть за рычаг затвора, не знаю, как это, за цевьё, короче, и гильзу может не выкинуть,
экстракция может не случиться. Либо не до конца загоните патрон в патронник, и это может кончиться просто печально. Поэтому я считаю, что полуавтоматическое оружие на такой охоте, оно все-таки рулит. Тем более, что если вы охотитесь в одиночку, и подстраховать вас некому. В последнее время я лично склоняюсь все больше к гладкоствольному оружию. В связи с тем, что с нарезного теперь стрелять по боровой дичи нельзя. И так как мне надо универсальное оружие, я склоняюсь все-таки к гладкоствольному. Мои параметры для оружия, мои требования для оружия должны быть такими. Во-первых, ружье должно весить не больше 3,5 кг, лучше меньше. Во-вторых, оно должно быть маневренное. А это означает, что ствол будет достаточно короткий. И для того, чтобы использовать дробовые патроны в этом коротыше, цилиндрический ствол не совсем подходит. Поэтому я считаю, что нужна возможность использования дульных насадок. И, допустим, с дульной насадкой паучок можно стрелять как подкалиберной пулей, либо пулей с поясками, как ширинский шихматово, к примеру. И, конечно, дробью она будет стрелять гораздо слабже своих полноценных собратьев. Но если она будет 25-30 метров вложить глухаря, то мне для моих охот этого будет достаточно. Отвечу на еще один прозвучавший вопрос. Почему же я использовал двухстволку на той охоте, а не вепрь? Причин на самом деле несколько. Во-первых, если бы не сложилась охота на медведя, то я в тот день продолжил бы охоту на глухаря. Во-вторых, с двухстволкой мне гораздо больше нравится охотиться. Она более охотничья, что ли. А третья, самая основная причина, это то, что пуля из гладкоствольного оружия гораздо меньше рикошетит в кустах, чем с 308 калибра. На вашем экране сейчас фрагмент одной неудачной охоты с вепрем 308 калибра. Я вам не говорю сейчас, что вепрь это плохое оружие. Нет, отличное оружие, безотказное. Также не говорю, что 308 калибр плохой калибр. Хороший калибр, но использовать его надо все-таки на открытой местности. В этом эпизоде был сделан выстрел через ветки, через молодой сосничок. И так как я был уверен в том, что прицелился хорошо, я не стал добавлять по медведю, хотя возможность была добавить и второй, и третий, возможно даже четвертый раз. А не стал добавлять, потому что боялся зацепить собаку, зная о рикошете пули 308 калибра, так как этот случай уже далеко не первый. При осмотре места выстрела не было найдено шерсти медведя, не было найдено крови, как и не было найдено крови на следующих 4,5 километрах по следу медведя. Медведь уходил бодро эти 4,5 километра. В тот день мне пришлось ночевать в тайге, и на следующий день я отработал еще 5,5 километров, но никаких намеков на то, что зверь был ранен, не было, и мне пришлось оставить след. Ну ладно, ребята, надо идти.
стаканчик. Я закрываю. Открывать их буду позже. Пока что я просто иду по путику, чтобы наладить, отремонтировать. Здесь много ловушек. Медведям поломано. Разобрано пару кулемок. И капканы, и жердочки все пооторваны. Короче, это еще весной случилось. Я видел, я здесь весной, летом проходил разок. И видел, что уже так, и сейчас пришел просто ремонтироваться. Ну все, сейчас чай с таком попьем. С таком очень сытно. И попылим в избу. Первый раз, кстати, в этой горке нахожусь. Там даже видно, синеют горы. Вот это может показаться спилом, но это слом. Полугнилая уже елочка, наверное, была, поэтому ее ветром сломала. Спилов здесь нету. Здесь никогда не заготавливался лес, никогда не ездила тяжелая техника, максимум снегоходы. Старая кулемка моя прилипла на смоле. Дымок из трубы идет. Батя приезжал, значит. Время 6 часов 16 минут утра. Только что затопил печку. На улице сильнейший дождь. Ливень просто идет. Причем дождь шел всю ночь. Но он только немножко послабже был, чем сейчас. Сейчас все крепчает. Ну вот и закончился дождь. В лесу, правда, сыро сейчас, поэтому не тороплюсь сильно. Thank you.
Ну, вот так вот это выглядит. Все из подручных средств. Именно поэтому мне и понравился К2. Привязываю стальной проволокой. Все надежно. Капканы открывать еще рано. Молодые кунички еще не выходили, а вот взрослые уже вполне. А вот эти оставшиеся поставим как сбежки. Но их не основная цель не для того, чтобы куницу удобно было залезать. Она и так залезет, ей всегда удобно. Просто вот эти нагромождения, они привлекают куницу и, кстати, многих других зверей. Гуси-лебеди сегодня все двинулись. Наверное, все-таки впереди нас ждут холода. Подзависли что-то там гуси. Разбой, похоже, лося лает. 500 метров в горе. Рябчики летают, Най догоняет их. В этом месте он работал. Я не успел подойти, лоси пошли. 500 метров опять удалились. Возможно, меня услышали. Точнее, не меня, а Найду. Она, потому что 200 метров оставалось. Лапа у нее попала там в какую-то расщелину. И она, короче, заорала на всю округу. Добыли молодого глухарика. Выстрел, к сожалению, заснять не удалось. Разбой дал лапку. Найде давать ничего не стал пока, потому что она может... Ну, был у меня случай, короче, щенкам не даю лапки. Проглотил щенок один раз целиком, и потом в заднем проходе, смотри-ка, она еще как, ну-ка, нельзя, еще и драться готова за добычу. Вижу, ребята, что окошко выдавлено, значит, медведь был. Ну что могу сказать, медведь был. Был, похоже, тот же самый, потому что ничего лишнего на зуб не пробовал. Вот, допустим, стоит отработка, масло. Обычно, когда медведь новичок, он все старается попробовать на вкус. Вот даже чайник, например, когда-то попробовал погрызть и пропустил. В принципе, нормально все. Немножко прибраться. Главное, вот эту штуку я нашел, иначе потом по снегу приехал бы и под снегом мне не найти было бы. А сейчас вставил, немножко поправлю. Ну, все это после чая. И нормально. Если приспичит, то можно здесь остановиться, заночевать.
У крышки, ребята, нет возможности в полуоткрытом состоянии, чтобы наливать чай. Будет течь, но устанешь наливать кружку. Он просто по резьбе. Там нету этих желобков специальных. А любители искать следы от клыков и от когтей медведя, которым все время надо что-то доказывать, можете считать, что это окно выдавил я сам. И разгром тоже учудил. Остатки рубероида после ремонта крыши сложил покучнее. Когда на снегоходе приеду, все сожгу. По навигатору заметил, что разбой крутится на одном месте, причем долго так. Пришел на это место, думал, может, какую-то падаль нашел. Забрать на капкан и пойдет. А прихожу, оказывается, сидит белка. И он так поглядывает наверх. И, короче, ни разу голоса не дал. Сидит, зная, что лаять нельзя. Вот прилег даже. И, короче, караулит ее. Удалось, ребята, сегодня добыть глухарика молоденького. И вот уже на плитке варится суп. Герметик, кстати, в этом месте он весь обгорел. Так что здесь он не вариант. А здесь отлично все. Да, там наверху немножко отстал от крыши, так как сруб садится. Где-то на пол сантиметрика, наверное. Но вода по-прежнему не попадает. А еще добавить соли. Самый вкусный суп из дичи — это с перловкой. К сожалению, я перловку забыл в этот раз. Дичь с перловкой. Да еще в русской печи. Вкуснее, по-моему, супа нет. Но вот на этих печках тоже, кстати, суп очень удобно варить. Бывает, что поставишь, засыплешь все ингредиенты и сам уходишь, зная, что там остается у тебя два полупрогоревших полежка. И спокойно уходишь, оставляешь суп на печи, кастрюлю, имею в виду. И приходишь, у тебя уже все готово. Ну, бывает, иногда выпарится побольше, там кипяточку добавишь и нормально. Все вышесказанное относится к печке экономки, так называемой. С регулируемой тягой, которая в режим тления может выйти. Обычная буржуйка, конечно, это уже совсем другое. Собаки уже покормлены, теперь моя очередь. Буду кушать, и меня уже ничто не остановит. По-моему, я об этом мечтал целый день. В лес сходил, мясо добыл. Теперь кушаю. Гуси летят. Вот так приспособился упаковывать пулевые патроны. Пулевые патроны используются на более серьезных охотах, поэтому отношение к ним должно быть более серьезное. И вот таким образом я стал упаковывать, чтобы порох в патронах не отсырил. По 5 штучек с собой взять. Бывает, что патронов не хватает. Распечатал. И 5 штучек у вас есть. Ну, можно взять сколько угодно, просто я имею в виду, что упаковываю по 5 штучек. Я тут написал самые распространенные комментарии, которые были озвучены под видео. На первых 1500 комментариев, честно говорю, я дальше не читал. Просто не имею столько времени, чтобы читать все комментарии. Так, подход к битому зверю, это значит, я сказал... комментарий, трихинеллезный медведь или нет,
мясо оказалось чистым. Медведь нормальный, но жира у него очень мало. Опять же, пообещал человеку, что если будет жир, то я дам знать. Хочу сказать, что жира нет, потому что буквально полтора пакетика жира получилось. Ну, только-только самому. Так что извиняйте. Так, так, так. Какие пули использовал? Вот здесь вот, ребята, я взял две пули, которые извлек из этого медведя. Фрагменты этих двух пуль. Стрелял пулей Ширинский-Шихматова, если я правильно произношу, двойкой, 20-м калибре, соответственно. Вот это то, что я извлек из тела медведя. Пуля прошла насквозь и застряла под шкурой. Одна пуля развалилась на две одинаковых части, а у второй отвалился лепесток. Кстати, раньше я использовал тройку, но мне не понравилось, так как фрагменты гораздо меньше получаются. И она, в отличие от этой, если это разваливается на две части, то тройка разваливается на четыре части. И, ну, сами подумайте, получается, что вот эти фрагменты, они гораздо меньше. Если они встретятся с крупной крепкой костью, то могут не справиться. Разбой! Найда! Здоров. Гонье.